Банде Гуру Пададвандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чаруна Дайам Гопи Джанно Самайуктам Биндаванам Манухарам Ванча Калпатару Вешекита Синду Бхавача Патитананг Пабуне Бхавашна Бебхьо Наму Нама Мукам Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хэти Гирим Ятки Патам Ханг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешва Саджан Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тату Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патрасья Пракасане Чам Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетхас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Ритаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллава Накачанда Маничатая Биспуриджита Камапигабабадуша Дарша Пурна Нурагара Сасагара Сармути Сарадхикамай Када Кипам Караша Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рама Рам, Харе, Харе. Аджану ламмита бхужав канука бодату, Санкиртаной капитару камала йотакшу. Вишам бару дижа бару жугодхарма пало банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рам Харе Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибушита бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Баранаси пурапати бхаджави санатам Ваги саджасва вадане Лакшмир жасва ча бхакшаси Ясасти хиде самбид Вам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Твам бхакти йога парибхавита хит сарожа асасе
Shutekshitapathanonahatapungsham Jadi jada dhyaturugaya vibhavayati Tattadvapupanayase sadhano grahaya Tvam bhakti yoga paribhavito hitsarojasase Shutekshitapathanonahatapungsham Jadi jada dhyaturugaya vibhavayati Tattadvapupanayase sadhano grahaya Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru Thakur Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что мирские люди день за днем все дальше уходят от абсолютной истины. Шрила Прабхупада сказал, что люди этого мира постепенно отдаляются все больше от абсолютной истины. И они уже настолько далеко от нее. Но Гаудия Гуру и Вайшнава, говорит Прабхупада, тем не менее, стараются изо всех сил возвысить сознание материалистов, сознание обычных людей. Шрила Прабхупада открыл много организаций для того, чтобы помочь людям возвысить их сознание. И мы, будучи гаудиями, обладаем особенностью баджана. Наш баджан настолько сокровенен, что обычные люди не способны понять его особенность, не способны понять его до конца. Гаудия баджан настолько глубокий, настолько особенен, что большинство людей не способны его понять. Санатан Госвами Пад шутил с Браджаваси. Во время парикрама он просто разговаривал, казалось бы, просто вел самые простые разговоры с Браджаваси. Так вот, это и был баджан. Даже вот эти простые разговоры являются баджаном в случае с Санатаной Госвами. Таким образом, мы должны постичь технику баджана, которую дает нам Шрила Прабхупада. Я уже много раз повторял, что наш Гаудия Баджан зависит от двух, основывается на двух формулах. Our bhajan, total Gauriya bhajan, all depend upon these two formulas. But to realize these two formulas very difficult. Но на самом деле понять две эти формулы, хотя казалось бы, они очень просты, сложно. Мы можем понять их, только находясь под руководством Чайтанья Махапрабху. Если я отругаю вас, я буду говорить с вами очень строго, это тоже может относиться к баджану. Почему? Потому что каждое действие направлено на полное удовлетворение, каждое мое действие направлено на удовлетворение Господа. Что бы я ни делал, куда-то шел, куда-то на что-то смотрел, все, что бы я ни делал, направлено исключительно на удовлетворение Бхагавана. И Шри Чайтанья Махапрабху как раз-таки говорит об этом. Порой он шутил с преданными, танцевал, пел. А другие сампрадая, наблюдая за ним,
недоумевали. Они считали, что баджан — это глубокая медитация, это аскезы. Наш Гаудия Баджан отличается от этого, от их представления. Каждое действие преданного считается хари-баджаном. Вот я лично не так уж заинтересован в проведении яги. И в основном преданные также. Я знаю, что эта ритуалистическая деятельность, она необходима, но я знаю, что самая лучшая ягия — это хари-катха и хари-киртан. В Пурушоттама-дхаме Адвайта Гасай, Шриман Махапрабху, Нитянанда Прабху, Рай Рамананда, Сарвабхаум Бхаттачарья развлекались, играли друг с другом в воде. Они брызгались, веселились. Глядя на них, обычные люди не понимали их действий. Они не понимали, что даже эти игры являются баджаном. Точно так же во Вриндавана-дхаме, когда гопи и Кришна совершают игры, это и есть баджан. Так или иначе, мы должны стремиться удовлетворить Кришну. Будем ли мы плавать или плавать, как это делал Господь, или как Браджаваси, как гопи порой очень строго говорят с Кришной и даже прогоняют его, но это и есть баджан. Почему же это так? Потому что каждое их действие направлено на удовлетворение Кришны. Если бы, к примеру, сегодня я совершал ягию, но она бы не достала никакого удовольствия Кришне. Какой смысл в ней? То есть если я ее провожу для того, чтобы ее удовлетворить, но на самом деле она никак его не радует. Или, например, я буду говорить харикатху, я сейчас говорю харикатху, а Кришна может быть мной недоволен. Или, например, я устрою большой пир, а Кришна будет недоволен этим. Так какой смысл в этой деятельности? Мы должны помнить, всегда хранить в сердце эту мысль, что что бы я ни делал, провожу я яги, совершаю парикраму или служу вайшнам, все это для удовлетворения Господа. И если своей деятельностью я не удовлетворю Господа, то все это будет бессмысленным. Именно поэтому Прабхупад часто говорил эти важные слова. Если мое сердце предано лотосным стопам Кришны, если я удовлетворил его, то есть Прабхупад говорит «Арадхита», то есть Кришна уже получил удовлетворение. Если я уже удовлетворил Кришну своей деятельностью, к чему какие-то аскезы? К чему аскезы дальнейшие? Чего я могу добиться своими аскезами, если они не радуют Кришну? Это всего-навсего показные действия. Антар вахи, if my inside
inside and outside, always, everywhere if I am looking Krishna, in you, in heart, если я вижу Кришну повсюду, повсюду и в каждом, пусть люди считают меня материалистом. Пусть они думают, что я материалист, поэтому открываю храмы, центры, потому что я... Что я баджан не совершаю. Это здорово, потому что людям не надо показывать, что вы совершаете баджан. Это не должно быть на показ. Если вы своей вараги и своим баджаном доставляете удовлетворение Кришне, это и есть достижение главной цели. Если я не вижу в окружающих Кришну, если я вижу лишь мужчин и женщин, если я не вижу Гаурангу Махапрабху, так какой смысл устраивать спектакль, что я совершаю харибаджан? Таким образом, техника Шрилы Прабхупады, техника баджана заключалась в том, что он устраивал большие празднования, открывал большие храмы, устраивал большие мероприятия, куда приглашал знаменитых людей. Для чего? Для того, чтобы... То есть он говорил, я могу спуститься на любой... настолько низко, насколько это потребуется для служения Господу. Пусть люди будут осуждать меня и называть материалистом, считая, что из-за материалистичных желаний я устраиваю огромные пиры, праздники. Он знал, что благодаря открытию храмов, благодаря праздникам, люди смогут прийти и как-то приобщиться к преданному служению. В противном случае, если бы не Шрила Прабхупада, мы могли бы удалиться во Вриндаван и совершать тихо, совершать баджан там. Но мы знаем, что Прабхупад учил нас не этому. Когда я жил во Вриндаване, я ежедневно совершал парикраму и говорил харикатху в очень небольшом собрании преданных. Но затем моя Гуру Варга сказала мне, что я должен посвятить себя Гуравани, я должен посвятить себя распространению наставлений нашей Гуру Варги. Итак, Прабхупад говорил, что ради настоящей проповеди мы можем спуститься до любого уровня. Прабхупад говорил о очень значимом моменте, о церемонии вхождения в новый дом. Прабхупад говорил, новый дом — это замечательно. После того, как Бхактивинода Тхакур ушел в отставку, ему правительство дало какую-то премию, на которой он смог построить баджан-кутир здесь, в Годроме. Когда рабочие строили, Бхактивинода Тхакур наблюдал за ними, повторяя харинам. Он ходил мимо них и повторял харинам. Он был очень доволен, потому что это будет новое здание, в котором будет звучать харикатха. Будет новое место для харикатхи. Итак, Прабхупад говорит, что новое здание, новый дом — это замечательно, но лишь в том случае, если вы будете, если там будет постоянно звучать харикатха.
Но если вы делаете, для, строите дом для мирских наслаждений, для мирских удовольствий, в нем нет совершенно ничего хорошего. То есть, да, вы строите дом, но он должен быть для санкиртаны. Мы должны посвятить свою жизнь проповеди Гауравани. Таково сокровенное учение Гауранги Махапрабху и Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад не учил нас хранить обет молчания и лишь совершать уединенный баджан. Нет, он говорил говорить харикатху. Когда Прабхупад являл заключительные лилы болезни, доктор в очередной раз пришел к нему, и Прабхупад сказал: «Мне не позволяют говорить харикатху. На самом деле я болею, когда у меня нет возможности говорить харикатху». И Чайтанья Махапрабху говорил то же самое. Когда он был в Гамбире, в последние 12 лет, когда Чайтанья Махапрабху находился в Гамбире, день за днем увеличивались увеличилось его чувство разлуки, он ощущал немыслимые чувства, эмоции. Они были настолько сильны, что даже то есть его закрывали на 3 двери, и он выходил через них, то есть даже 3 замка не могли остановить его. Рай Рамананда и Свароб Дамодар говорили харикатху постоянно около комнаты, в комнате Чайтанья Махапрабху. Когда наступила полночь, Говинда сказал Свароб Дамодару: вы что тут такое говорите? Мой Прабху постоянно плачет. Он даже есть не может от того, что вы говорите. Тогда Рай Махашай и Сваруп Дамодар сказали: «Прабху, мы сейчас пойдем, ты прими прасад и отдыхай». И Махапрабху сказал: «О чем ты говоришь? О чем вы говорите? Когда вы говорите харикатху, это и есть мой настоящий отдых, то есть это и есть те моменты, когда я чувствую себя хорошо». Однажды, когда Говинда крепко уснул, Махапрабху вышел. Смог выбраться из комнаты и убежал. То есть мы видим, что Махапрабху дает нам наставление, что мы должны совершать беспрерывный киртан. И в Гаудия Бхаджане не стоит даже вопрос об отдыхе, потому что киртан и харикатха должны звучать безостановочно, беспрерывно. Махапрабху говорит: если вы прекращаете говорить харикатху, я чувствую, что мне не хватает кислорода. Я не могу находиться в этой комнате, поэтому я пытаюсь выбраться из нее и бежать, бежать, бежать. Так вот, мы стремимся к тому, чтобы обрести такое настроение. Настроение невероятного влечения к санкиртане. И это и есть признак саду. Саду можно
распознать по его влечению к Харикатхе и Киртану. На сегодня я остановлюсь. То есть сейчас я больше не могу говорить на английском, еще буду говорить на бенгали. У вас есть какие-то вопросы, я чуть позже могу на них ответить. যে তাদের কাছে যখন আমরা কোনো হরিকথা কীর্তন করতে যাব তারা ভয়ভীত হয়ে যায়। এসব কথা বলছেন কেন? কেন আত্মতত্ত্বের কথা বললে তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়, কেন তাদের মনে পড়ে যায় না, তাদের মনে পড়ে যায় আমি ভুল করছি। যখনই আত্মতত্ত্বের কথা বলা হয় তখনই তাদের ভয় হয়ে যায়, আবার এসব কথা বলছি কেন? কেন আমি যে মরে যাব, আমি যে থাকবো না জগতে, এটা মনে পড়ে যাচ্ছে আমি যে ভুল করছি, আমি যে ভুল করছি এ কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই জন্য তারা চায় না এইসব কথা। কিছু মজার কথা হোক, কিছু ফুর্তির কথা হোক, এগুলো ভালো, ওরা চায় না এইসব অপ্রাকৃত জগতের কথা হোক, বড় বিপজ্জনক। কিন্তু আমাদের গুরুবর্গ তারা অত্যন্ত চতুর। কৃষ্ণভক্তকে বলা হয়েছে কৃষ্ণভক্ত শয়তানের শয়তান, কৃষ্ণভক্ত শয়তানের শয়তান গোপাল বলতেন। কারণ কি, ওই যে শয়তানগুলো আছে না, তাদের শয়তানিগুলোকে ছোটাবার জন্য এরা এদের ব্রেনটা আমাদের কেশব সীমা এক একটা শয়তানে শয়তানি ছুটিয়ে দিতেন এবং ওইটি ওনার ভজন। আবার কেশব সীমা ওয়েন রানিং টু কোর্ট ইট ইজ ভজন, অ্যান্ড ওয়ের আর ইউ আর সিটিং ইন রুম ড্রিং ভজন ইজ নট ভজন। Когда Кешава Госвами Махарадж шел в суды, разбираться в суды, это и был баджан, это был баджан. А мы сидим, закрывшись в комнате, пытаемся повторять харинам, это баджаном не является чаще всего. Каждый день один Бабаджи Махарадж ежедневно ходил в суд и новые, то есть заводил дела, то есть и один из бабаджиев нажаловался Бхактивинода Тхакура: мы баджан не можем совершать, он каждый день ходит в суды и жалуется на нас. И Бхактивинода Тхакура в ответ сказал: он совершает харибаджан, когда он идет в суд жаловаться на кого-то из вас. Он испытывает, он делает это от глубокой боли. Когда он видит какие-то грязные истории, когда какой-то из бабаджи вступает в незаконные отношения с какой-нибудь вдовой, когда он видит, как кто-то похищает пожертвования, предназначенные для Бхагавана. Он идет в суд. বিধবা চরিত্র নষ্ট করছো, তার সম্পত্তি হরণ করছো, দেবত্ব সম্পত্তি নিজের নামে করে নিচ্ছ, লুকিয়ে চোর বাটপাড়ি করছো, এগুলো উনি সহ্য করতে পারেন না, ওই জন্য উনি এসে তোমাদের নামে একটা করে কেস করে, এটা ওনার ভজন হচ্ছে। তার মানে যেটা যেটা ওনার পক্ষে ভজন হচ্ছে, আর যেটা অন্য যারা মনে করছেন আমি ভজন করছি হরে কৃষ্ণ করছি করে, এটা ভজন হচ্ছে। তা ভজনটা কোনটাকে বলে ভজন, এটা বুঝতেই তো মাথা খারাপ হয়ে যায়, এটা বুঝতেই পারবে। শিবাস পণ্ডিতের সংসার ধর্মে থাকাটা ভজন,